изначально, когда у тебя был, все-таки оплата труда на блокчейне тоже хорошая тема. Добрый вечер. Вот буквально президент, который сейчас до меня был, он, в принципе, означил то, на чем, в принципе, построено то, что я хотел бы сегодня поделиться. В общем, в 2010 году, когда я ознакомился с оригинальным вот блокчейн, то, что мы знаем, биткоин, я задался вопросом, как сделать так, чтобы можно было построить крупное здание, не потратив и не заняв ни одного, допустим, рубля либо доллара, а только вот за счет блокчейн-технологии. Ответ у меня сейчас есть. Поэтому, если есть желающие вот именно услышать, как и что можно реализовать за следующие 48 часов, чтобы продемонстрировать, как это выглядело бы на практике, я был бы рад пообщаться.